I'll kill you quickly. А вот и Вескер, ребята, вот и Вескер. Только Ормонд. В общем, I shall release Ouroboros. Да. В общем, с момента, как мы постримили больше, нам не падает RPD вообще. Не знаю, как и с чем это связано. Ну вот как-то так. Так, у нас два красных аддончика, один ломает. О, они двое вылечились. Сюда. Трое вылечилось. Прикольно? Или в подвальчик. Наверное, лучше секущий давайте. Сюда. Конечно, господи, я опять не успел. Да лети ты, господи. Не хотел лететь у нас, чувачок. Давай за туннелем нахрен. Чё б, собственно, и нет. Бах. Так. Чел что-то долго стоял. Прям при нас снимать не надо, мы догоним быстро. Наконец-то сработал секущий. Идем за челом. На тебе. Так, сейчас уровень способки его. Ну не красота ли, а? Ну не красота ли. Смотрите, сейчас аварийка откатывается. Там. Генчик разблокировался, кто-то сейчас начинает его чинить, и мы опять сейчас его откатываем и блочим, да? Нет, так не произошло. Так, здесь сняли чела. Пошли наверняка в эту сторону. Вылечился он. Окей. Оглушение не прошло, вас понял. Ой, красота. Просто бегаем, блочим. Ну, идеально получилось. Откат. Найс. Здесь не смогу. Нужно бежать за челом. Оу! И зачем ты это сделал? Это было глупо, короче, с его стороны так делать. Будет прыгать? Да. Хотел его прямо об стенку и сразу взять. Давай еще раз. Давай, давай. Приседает он мне, ты посмотри на него. Пойдем повесим на краешек. Сюда. Угу.
Чекнем Генчик. Тотем. Тотем тоже потушим. Видели чела? Чел ревают, не хотят играть. Прикольно бывает. Не было обилки, а он подумал, что я сейчас обилку юзану и в окно прыгну. Так, чел в окно сейчас прыгнет. Нет обилочки, чтобы это закрыть. Ну, легко, что могу сказать. Давай орешек, что ли? Не, орешек не дал нам, окей. Одного чела мы вообще, наверное, кажется, за игру даже не видели. Ой, мы не донесем его никуда, давай здесь повесим. Опачки. Вон он. Выпиливается, дает ему шанс. Чел где-то здесь мог заныкаться. Ладно, ждем люк. Собственно, подождали. Вроде неплохо получилось. Отсюда видно. Ну, он уже открыл все. Да. Чел уже просто вышел. ГГ.